Итак, мои дорогие, сегодня мы с вами поговорим о Faberlic, о том, как я делаю заказы. Я вам, в принципе, уже все перечислила. Почему? Так, открываю свой браузер. Сейчас я VIP 100 золота. Если мы пройдем в мой кабинет, то через один каталог я уже буду рубиновым VIP-ом. И, конечно, очень часто люди говорят, ой, а им вот подарили, а мне так нет. Да, то есть у нас с вами очень много всего такого возникает, что кому-то положены подарки, кому-то не положены и так далее. Вот я, например, золотой VIP и участник Faberlic Драйва. И поэтому мы сейчас с вами будем все это дело смотреть. Как я все это дело заказываю, вычисляю и так далее. Ну, минут 40, может быть, займет у меня сделать заказ. И вы мне потом обязательно под записью в комментариях, это огромная просьба, пишите, все ли вам было понятно. Во-первых, прежде чем сделать заказ, я смотрю Faberlic Drive. Так как я VIP, и меня уже запустили на Faberlic Drive, тут огромное количество акций различных. Конечно, я их стараюсь всех выполнить за один заказ. Я всегда делаю 200 баллов, потому что выполняете ЛО от 100 баллов, и вам начислят 200 драйвов. Почему я это делаю? Ну, чтобы что-то выиграть, к примеру, да. Так, вот, что мы можем с вами выиграть, да. Помните, бизнес-обучение тренера, 10 тысяч мест, пылесосы, сковородки 500 штук, пылесосы 1500, чай и кружка 100 наборов, тарелка 2 салатника, сервировочная доска, сертификат на 300 рублей, да, видите, 5000, 100, 100, 100, 500, 1500, 10 тысяч, и одна поездка в Дубай, получается, на двоих. Вот такая вот красота. Кто-то все это будет выигрывать, почему бы и не нам с вами. Да, то есть, и поэтому, чем больше у вас драйвов, тем лучше. Так, значит, по драйвам у нас есть с вами рейтинги. Кто еще не видел, не знает, давайте прямо 3 минуты про них поговорим, уделим им время. Значит, когда мы заходим в рейтинги, у нас с вами есть рейтинг по драйву, маркетинг-план и рост по маркетинг-плану. Давайте начнем с самого последнего. Это рост по маркетинг-плану. Это, получается, те люди, которые недавно что-то подтвердили. Так, давайте возьмем. Вот Ольга Дубяга, да, недавно открыла бриллиантового директора, как видите. Тут все отображается, но тут у меня по Кировской области, то есть по моей. Вот. Дальше, значит, по стране Россия и по всей компании Faberlic. Я очень люблю смотреть по всей компании Faberlic и смотрю, кто какие новые статусы вообще пооткрывал. Да, видите, старшие, золотые директора открываются. И вот кто недавно открылся, тому начисляются драйвы дополнительные, и они, в принципе, могут быть в приоритете именно по этому рейтингу. Также рейтинги есть по маркетинг-плану, да, по статусу и по, ну, как даже вам сказать, да, по статусу и, получается, вот давайте возьмем по всей компании Faberlic, да, то есть видите, у кого-то 28 директорских веток, у кого-то 20, у кого-то 9, да, и вот таким образом спускаемся вниз-вниз-вниз и смотрим, да, то есть у кого чего сколько. Это тоже очень интересно. Посоревноваться, посмотреть и так далее. Скоро у нас уже 30 веточек откроется, мы к этому идем в первой линии, хотя партнер это 24 директорские веточки, да, вот, то есть статус VIP, локация, где я нахожусь, но я нажала рейтинг по всей компании Faberlic вообще, да, то есть есть по моему региону, по стране Россия, по моей области, по Кировской области, да, и последний рейтинг, это у нас рейтинг по драйвам, да, то есть мы с вами можем смотреть, то есть если взять Кировскую область, да, то есть я тут, конечно же, первая пока что, да, на данный момент меня 1170 драйвов я набрала. Они потом пересчитываются в золотые драйвы, и золотые драйвы уже участвуют в чем-то. Один раз я выиграла 300 рублей, второй раз 3300 рублей. А до этого карточки «Твой бонус», которые сейчас идут, наши дорогие, да, то есть мы, вы помните, мы выиграли поездку в Калининград, выиграл еще 3%. Ну, много там людей вообще без статуса выиграли, поэтому я прям в шоке. То есть розыгрыш 100% честный, классный, рандомный выигрыш, того и выбираю, да. Значит, смотрим по всей компании Faberlic. Я на данный момент 45-я, потому что я еще ничего вообще не выполняла. Да, также я могу посмотреть Кононовы Анна и Антон, да, то есть и увидеть, за что мне вообще драйвы начислялись, да, то есть история начислений драйвов. Все, это последнее, что я вам покажу. За прошлый период мне что-то еще начисляли, за этот период у меня начислений нету вообще, потому что я еще ничего не выполнила. Мы идем с вами в события.
И прежде чем сделать заказ, я смотрю события именно в драйве, да, чтобы выигрывать в конкурсах, чтобы зарабатывать драйвы. В принципе, программа Faberlic Drive чем мне нравится? Тем, что компания Faberlic за VIP-консультантов продумывает, ну, это очень серьезно, ребят, весь контент, да, то есть, во-первых, каждый розыгрыш, да, вот, например, БАДы, Molecular Force, если вы делаете 100 баллов в этом каталоге, в следующем каталоге вам дарится одна баночка БАДов на выбор. Да, это шикарно. Ну, 100 баллов у меня, конечно же, будет. Я их сейчас при вас сделаю, утвержу. Вот. Дальше, значит, самое вот это первое, за что дается больше всего, вот эти вот 400 драйвов, да, это у нас получается, мы выполняем ЛО от 100 баллов, и максимально мы можем до 200 драйвов получить. То есть я делаю заказ 200 баллов, и через недельку примерно рейтинг меняется, и у меня уже будет 200 драйвов за то, что я сделала личный заказ. Это во-первых, да, то есть вторые 200 драйвов, вот эти вот, да, я получу за каждый балл ГО новых консультантов. То есть, например, зарегистрировала я под себя 5 человек, и они сделали подо мной, там, по, допустим, 50 баллов, да, получилось 250 баллов, но драйвов мне начислят только 200 вот в этой программе, и причем только через неделю, но до конца каталога все равно начислят, да, вот. И в сумме я могу получить до 400 драйвов. Почему я в первый день каталога заказ не сделала, чтобы побыстрее получить эти драйвы? Потому что, во-первых, я считаю, что это не важно, потому что какая разница на первой, на второй неделе, да? Во-вторых, VIP-новинки у VIP золота, вообще с уровня VIP-9 нам доступны с вами VIP-новинки, как вы знаете, да? И эти VIP-новинки я забираю сегодня. Вот, значит, дальше, что у нас получается? Значит, вот это у меня уже выполнено, получается, вот это у меня сейчас будет выполнено, и 30 драйвов я смотрю. Значит, в каталоге 13-2023 приобретите 3 средства серии по уходу за лицом ICL и получите 4-е средство серии со скидкой 70%. Ну, конечно, патчи. Я буду забирать патчи, если дадут выбор, потому что патчи от ICL действительно стоящие. Да, то есть товар со скидкой будет доступен в разделе персональной акции Faberlic Драйв, и также начислится 30 драйвов за выполнение условий акции. Я так понимаю, что по итогам каталога. Тут также можно нажимать и смотреть подробности, да, страны вообще, которые могут, например, участвовать. Некоторые не знают, где посмотреть, спрашивают, вот, пожалуйста, нажали, потом нажали назад, и опять-таки появились на этой страничке. То есть я иду и ищу ICL, да, то есть я нажимаю, например, лицо, я даже в каталог не иду, ищу первое, что мне попадется с ICL, перехожу в ICL и смотрю, что мне нравится, что я хочу, то есть таким вот образом. Если какие-то акции и так далее, я, если честно, каталог никогда не листаю. Почему? Вот ICL, переходим. Почему? Потому что тут акции, они все помечены, видите? То есть если вы что-то покупаете, вы это видите. И вот еще есть раздел акции, я смотрю сразу тут, чем искать в каталоге, мне кажется, что это долго. Вот, дальше есть такая сносочка, серия ICL, я на эту сносочку нажимаю и выбираю, получается, сколько там, ребят? Три продукта, четвертый получаю, да, то есть, так, это акция новичка. Так, что же я хочу? Так, ну, можно взять вот этот увлажняющий крем, давно не брала. Я очень люблю гель-скатку, и гидрофильное масло у меня уже тоже подходит к концу. К сожалению, вот этот CC-крем для лица SPF 15, он меня желтит, то есть он слишком темный для меня, вот, ну, наверное, по корейским стандартам красоты, вот, а я слишком белокожая. Вот, то есть все, я добавила это в корзину, иду смотреть, что у нас дальше по драйву, да. Далее у нас с вами идет бесплатная доставка и двойные драйвы за покупку декоративной косметики на сумму от 3000 рублей. Ну что ж, давайте с вами... В ценах каталога. Из-за того, что у меня 26% скидка, то есть мне нужно купить на меньшую сумму, да, то есть давайте с вами высчитаем, значит, 3000 рублей минус 26%. Получается 2220 я должна набрать декоративной косметики. Ну, давайте зайдем. А, вот, тут даже есть список продуктов, которые участвуют в акции. Давайте посмотрим. Нажмем «Посмотреть». Угу. Тут и тушь, и лак, и так далее. То есть вот это все участвует, да, видите, как удобно. Прям очень удобно. Вот, жалко, что нельзя по ценам, да. Так.
Ну, тут можно через Ctrl-F, наверное, искать все, что хочется, да? То есть, ну, пойдемте на сайт, сейчас попробуем Ctrl-F. А, допустим, макияж. То есть, макияж, и я так понимаю, что все, что тут есть из декоративной косметики, все это можно себе приобрести и там сверить, участвует ли оно в акции. Вот так получается, да? То есть, будем листать, смотреть, что нам хочется. Вот видите, с подарочком. Кисть Кабуки всего за 199 рублей. Кстати, Кабуки очень классная кисточка. Ну вот давайте я вот этих пару палеток возьму, потому что они у меня очень часто, вообще у меня и подружки ее покупают и так далее. Вот, значит, палетка, это у меня получается. Сколько надо было взять? Я забыла. А, 2200, по-моему, да? Так, 3000 минус 26. Процентов 2220, а тут 1184. 1184 мы умножаем на 2, у нас получается 2300. Все, пару палет я взяла, осталось только загуглить, получается, артикул и посмотреть, участвует ли он в этом списке. Я специально искать не буду, но вдруг можно будет. Так, если тут можно распечатать, да, поиска как такового нету. Давайте один из пяти найти на странице. Да, Ctrl-F нажимаете. Вот он есть. Вот она есть. Поэтому я беру пару. Угу, отлично. Все, спасибо компании Faberlic. Все удобно, все можно найти. Замечательно. Так, дальше смотрим с вами. То есть таким вот образом, да, видели, я добавила. И так, давайте снова перейдем в раздел события, смотрим, что дальше. То есть таким вот образом я добавляю. Значит, у меня будет бесплатная доставка в конце, посмотрим. И, значит, я получу драйвы, которые будут начислены по итогам этого периода, 13-2023. А драйвов я сколько получу? Один балл ЛО за покупку, один драйв. Слушайте, тут что, бесконечно можно, что ли, драйвов? А, до 50 драйвов, вот. До 50, понятно. Ну, что-то вот тут бы подписали 50, да, было бы удобнее. Далее, подарок за новых покупателей, я смотрю. Ну, это мне нужно, да, то есть выполняем ЛО 100 баллов, зарегистрировать двух людей, которые заберут свои подарки по акции новичка получат. Да, то есть 1500 рублей в ценах каталога. Но тут все легко и просто. Один у меня уже есть, осталось найти второго, и я получу 750 рублей, потому что я уже Faberlic Drive, третий и более уровень. Так, где смотреть уровни? Давайте с вами посмотрим. Так, слушайте, я не знаю, где смотреть уровни. Наверное, где-то можно смотреть. Ну-ка, сюда. А, вот, я пятый уровень, ребята. Ну, вот, вместе с вами узнали, какой я уровень. Так, дальше. Акция, значит, ICU. Минус 50% акция. Патчи One Week Miracle со скидкой 50%. В периоде 13 пождут патчи. Они, кстати, очень хорошо. Ну, вот мне сейчас 39 лет, да, через месяц 40. И я уже чувствую вот эти вот гусиные лапки. Но вот эти патчи, они очень хорошо, морщинку на лбу, во-первых, разглаживают, мне очень нравится, и гусиные лапки очень хорошо убирают, очень хорошо. Они вроде бы маленькие, узенькие, я их клею по два, потому что я привыкла, что ISUL такие толстые, увесистые. Нет, эти потоньше идут, но опять-таки они прямо вот именно для возрастных женщин уже, да, для вот 35+, они уже такие клевые. Вот, очень понравились. Вот, патчи доступны в разделе персональные акции. Окей, пропускаем. Значит, идем потом в корзине, посмотрим, что у нас там с вами. Далее, челлендж. Нужно снять и поместить ссылочку. Ну, это я в заказе не выполню, это отдельно. Нужно в странице ВКонтакте выкладывать. Не забывайте, что страница ВКонтакте у вас должна быть подключена. Вы можете это проверить. Давайте посмотрим, как это проверить. То есть заходите в свой кабинет, и вот тут у вас аккаунт. Аккаунт добавлен у меня, да, телеграм-аккаунт добавлен, приходят оповещения разные, и аккаунт ВКонтакте. Но если у вас не добавлен, у вас тут попросят добавить, то есть просто добавляете и все. Вот таким вот образом. Проверьте, да, в своем личном кабинете Faberlic Drive. У нас теперь с вами три кабинета, да, от компании Faberlic, от Faberlic Drive и наш самый главный автоматизированный сайт промо Faberlic.
Да, то есть три сайта. Новички сейчас у нас заходят в три сайта. Главный новостной чат, главный новостной канал. И еще и плюс чат структуры Кононовых, да, еще плюс веточный чат. Ну, все остальное, слава богу, вспомогательное. Дальше челлендж «Любимая помада» и челлендж «Подарок ко дню учителя». Как вы видите, тут все надо вставлять ссылочки. Это заказ не сделаешь. Далее челлендж «Новый учебный год». Запишите видео, напишите пост. То есть тут тоже мы с вами можем выполнить и получить, получается, 3×4 120 драйвов, ребят. Ну, как бы шикарно, да, шикарно. То есть, ну, можно полагать, что я все уже выполнила, все забрала, все, что связано с заказом, все, из драйва я ухожу. То есть, таким вот образом, каждый каталог я делаю заказ. Бот, кстати, вообще шикарный. Все ли установили себе этот бот? Это просто кладезь, это кладезь всего. Это невероятно просто, ребята. Вот недавно он мне написал пост. Да, шикарно. Ну, какую тему можно написать пост? Давайте скажем, напиши мне про осень и сезон роста в MLM Faberlic. Давайте посмотрим. Ой, капслок. Наорала я на бота. И сейчас смотрите, что будет. Вообще круто. Ну, давай, я тебя рекламирую, думай быстрее. Но нужно бывает иногда подождать, конечно. Вот. И то, что он выдает, конечно же, я под себя уже видоизменяю. То есть вот этот текст у меня вышел, вот осень. Осень – это время перемен, когда природа готовится сбросить свои листья. И в мире MLM-бизнеса осень также означает сезон роста. В этот период у многих компаний, включая MLM Faberlic, начинается активная работа. Ну, тут надо немножко поменять. Ну, поняли, да, принцип? Шикарнейшее, наишикарнейшее. Тут в меню можно выбрать, да, то есть задачу по генерации – сгенерировать текст, сгенерировать изображение. Если вы нажимаете «Сгенерировать текст», он спрашивает про что, про простой режим, пост «Одноклассники», пост для ВКонтакта. То есть все, что вам удобно. То есть вы нажимаете «Пост для контакта» и пишите. Вот. Например, даже я не знаю, что написать. Я не знаю, что написать, да. И если он сейчас сообразит, он вам что-то выдаст, да. То есть очень интересный. Но все равно тем у нас огромное количество. И можно все, что угодно им делать. То есть я его вообще обожаю. Когда нет времени, когда я в дороге, где-то еще, я понимаю, блин, я на сегодня пост не написала. Все вы знаете, что в моей страничке ВКонтакте каждый день выходит контент. Каждый день. Иногда один раз, иногда два раза. И знаете, я оказался в... Ну вот смотрите, все, пожалуйста, за вас пост готов. Не знаете, что написать, вот он за вас пишет. Поэтому, дорогие VIP-консультанты, заходите в драйв и забирайте бота. Вот, он вас один раз только попросит авторизоваться. Это специально компания Faberlic купила для вас бота. Это не бесплатно, это только для вас бесплатно. Faberlic за это платит. Вы же должны это понимать, да? То есть все, оттуда мы с вами уходим. И у нас получается в корзине 5 товаров, да? То есть вот такие у нас 5 товаров. Так, 1184, слушайте, оно походу пересчитается. То есть 50 баллов нам компания помогла выбрать. Так, давайте посмотрим. Пересчиталось? 1184. Две штуки. А надо было нам на сколько? Господи. Вот тут главное не ошибиться, потому что оно может пересчитаться после утверждения уже. 1184 умножить на 2. Нет, все хорошо, так же все осталось. Так, ну что, поедем с вами. Значит, мы нажали «Продолжить заказ». И что нас тут с вами ждет? Да? Во-первых, давайте все свернем, чтобы вам было удобно. То есть мы попадаем на второй шаг заказа, раздел «Персональные акции». В персональных акциях мы видим бонус за покупку, каталоги, VIP-программа, распродажа по срокам годности, Faberlic Drive, это халява с прошлого каталога, потому что я все квесты там выполнила, вот, и челленджи, и квесты, и все на свете, пробники и пакеты. Ну, давайте смотрим бонус за покупку. Из-за того, что у меня заказ на 50 баллов, я так понимаю, у меня будет очень много бонусов за покупку. Да, то есть смотрите, кисть Кабуки, вот эту кисть я могу выбрать. Она действительно кисточка шикарная, максимально по товару 2 я обе кисти забираю, потому что 147 рублей для такой кисти, это просто обалденно. Тем более, что я кисти стираю свои часто, каждую неделю они у меня и стирываются. Да, дальше хиты продаж по специальному.
специальной цене. Ну, я обычно тут ничего не покупаю, потому что у меня это все есть и в изобилии. Мне это просто не нужно. Но хотя естественный бежевый тон, пудра Wet n Dry Perfect Me, которая наносится сухим и влажным способом, мне очень импонирует по той простой причине, что она не блестит. А на возрастном лице лишние вот эти вот блестки, которые выделяют заломы и морщинки на лице, они не нужны. И вот как раз вот эта пудра идеально ложится и очень хорошо перекрывает вообще все вот эти вот морщинки, недостатки и так далее. То есть просто не видно, особенно если у вас фотосессия, особенно если лицо жирное. Ну, в общем, не буду на этом заостряться, оно у меня есть, мне пока не надо. Дальше, любой аромат 30 мл со скидкой, если я захочу, я могу выбрать, да, то есть все, что мне нравится. Я обычно беру все вот эти вот ароматы, потому что ароматы я люблю дарить. То есть я дарю подарок и какой-нибудь ароматик заодно кидаю. Друзей подруг у меня огромное количество, и до сих пор еще не все в Faberlic, хотя я в Faberlic 8 лет, представляете? Я в Faberlic 8 лет и до сих пор еще не всех подружек зарегистрировала. А, дорогой час структуры Конунг, если у вас не зарегистрированные подружки, или у меня у одной есть только, у вас есть такое? Так, дальше, паста плюс 200%, выбираем товар. Ну да, такие пасты классные, когда они бывают по акции, я всегда, всегда заказываю. Дальше, любой гель для душа, Бонжорно. Гелей для душа у меня много, но цена очень заманчивая, да, то есть вот мой любимый Бали. Да, кстати, были в Бали, очень классно. Бали и Мексика у меня любимые, больше всех нравится. Но у меня очень много гелей для душа, я не буду заказывать. Не люблю жадничать. Карандаш, пятновыводитель. О, вот это, кстати, тяжелую артиллерию всегда бывает мало. Особенно мы сейчас ходим в спортзал. Выложу в свой личный аккаунт скоро второе занятие. Сегодня первый раз на пилатесе, и третье занятие. У меня носочки белые, только так летят. Поэтому карандаш, пятновыводитель прям в тему. Так, любой продукт для иммунитета. Тут я буду смотреть. Значит, чага сибирская у меня пьет муж. Очень хорошо. Видите, я могу взять 21 штуку. Вот, но мне, конечно, столько не нужно. То есть пихтовиты я возьму пару штучек, потому что у меня она есть, но мне еще надо по пуле пихтовиту везти. И у мужа осталась одна чага, и то уже открытая, поэтому я ему беру две. Вот, мой доктор, врач, да, Елена Марданова, кто с ней знакома, на эту чагу очень сильно рекомендует. Всем причем. У меня дочка, когда заболела, я ее тоже чагу, а мы с ней пропивали целый месяц. Младшая дочка. Ей тогда было, по-моему, 8 лет, мы уже пили. Сейчас нам 10 лет, мы время от времени то пьем, то не пьем. Далее, любой мист Витамания, бонусы за покупку. Вот, ну, мисты я не люблю, честно вам скажу. Вот, любой шариковый дезодорант, дезодорантов у меня много. Лучшая цена года Tush Black Crystal. Так, лак для волос у меня есть. У меня, кстати, 5 штук в запасниках, потому что очень люблю делать все, что связано с волосами. У меня очень много причесок всегда, съемок. Так, любой продукт для глаз и бровей. Вот тут, конечно, можно посмотреть. А, ну тут карандаши. У меня все карандаши есть. Я прям счастливая. Крем для ног у меня тоже есть. Питание, смягчение, увлажнение, восстановление. Вот это у меня все есть. Был бы охлаждающий, взяла с удовольствием. Так, любая маска со скидкой при покупке по каталогу. О, кстати, вот эти маски у меня закончились. Значит, витамин В3 перезагрузка. Антистресс можно взять. И все. А эти у меня есть. То есть вот таким образом у меня набирается заказ. Я беру только то, что мне нужно. Пена или дезодорант Lancelot. Значит, смотрите, пену для бритья 10 штук беру, потому что дефектолог занимается с моей дочкой. С этой пеной. Они там что-то строят, что-то выделывают там спичками, кисточками, какие-то личики. В общем, это очень сильно развивает ребенка, потому что с пеной работать тяжело, поэтому пену я всегда, когда бывает скидка, беру по 10 штук. Им хватает месяца на 3, на 4. Так, средства для ног Эксперт Фарма. Так, крем-антиперспирант. Очень, кстати, хорошая штука, но мужу мы уже ноги вылечили. И размягчающий крем-компресс у меня еще есть. Вот. Так, зубная паста Faberlic. То есть вот таким образом я делаю заказ. О, вот эта паста просто бомба. Всей семье время от времени ей надо чистить. Это абсолютная новинка, она очень крутая. Я даже удивилась, что она вообще со скидкой сюда попала. Так, лучшая цена года – антистресс эссенция. Да, это мы в Якутске смазываем подушечку на ночь, у нас постоянно она заканчивается. Вот, любое эфирное масло – Аромио. Эфирное масло мы очень любим, лимон. А, так, чайное дерево обязательно, пихта сибирская. Обязательно. И эвкалипт. Эвкалипта возьму 3 штучки. Пихта сибирская у нас только так уходит. Значит, выбрать.
Так, дальше. Сеточка мне не нужна. Global Oxygen она у меня есть. С ней ничего не случается. Любой пробник для уборки. Мне тоже пробники не интересуют. Каталоги, если я хочу, я могу забрать. Вот, то есть мне тут один вложили, да. Мне, в принципе, хватит. Я интернетчик. Я каталоги вообще не раздаю и никогда не беру. Значит, дальше. VIP-программа. Вот у меня VIP-программа. VIP-программа хранится 3 периода, как акция новичка, и потом исчезает. Понимаете, да? То есть у меня есть за 10-й каталог остатки, да, за 11-й каталог. Дальше новинки для VIP-консультантов от VIP-9 и VIP-программа итоги периода 12. То есть вот это я еще не трогала. А тут у меня уже остаточки висят. Если я что-то, например, не забираю, да, то есть я вам говорила, что мне не нужны каталоги, мне не нужна скидка на пробники, вот, но скидку 70% на одежду и белье я почему-то не заказала. Вот, кстати, хорошо, что я вышла. То есть 70%, ребята, да, то есть это очень шикарно, да. Значит, берем по уменьшению процента скидки. Сейчас у меня тут все пересчитается или не пересчитается. И поедем. Мы с вами можем тут взять и одежду, и нижнее белье, какие-либо бюстгальтеры, да, то есть все, что нам хочется. Я очень много выбрала по вот этой вот акции, очень много выбрала бюстгальтеров балконетов, и черных, и бежевых, и белых. То есть великолепно просто в них смотрится грудь, шикарно, да, особенно большая кормящая, да, у меня размер С, очень классно смотрится. Вот, ну и, конечно, вот этот тоже бюстгальтер тоже очень хорошо смотрится, но я его уже тоже брала. Но тут не только бюстгальтеры, сейчас ниже пойдем, там вы еще можно найти и детскую одежду, и мужскую одежду, и так далее. Цены радуют, вообще прям радуют цены, да, смотрите, да, купальник 900 рублей. А сколько он на самом деле стоит, давайте посмотрим. Чисто поинтересуемся, там он 900, а тут он сколько? Ну-ка, давайте возьмем для примера, да. А, смотрите, вот тут от черной цены, видите, может быть невыгодно, потому что я помню, что он был по акции, думаю, что-то не то. Да, то есть тут нужно быть внимательным, мои дорогие, да. Так, дальше смотрим с вами. Есть очень выгодно, я, например, дочке футболки там беру там за 200 рублей, к примеру, да, если долистаем, видите, вот это все. Это вот все, что я листаю, это все скидки, да, очень большие скидки. Получается, так. Бралеты пошли, бюстгальтеры, кофты пошли, платья, да, то есть все дороже, ставки поднимаются. Ага, вот у меня 52 размер, мне ничего это не подходит. Вот. Все до 50 размера, все красивое, как я говорю. И вот можете прямо выбирать вот все, что вам захочется. Все, что вы захотите. Можете мужу, допустим, футболку выбрать. Ему тоже будет очень-очень приятно. Вот, например, я возьму, чтобы вообще время эфира не занимать, да, я сейчас возьму, так, не шорты, а футболку я хочу взять, если я сейчас дочки найду, и все, и поедем дальше. Потому что тут сидеть что-то выбирать, это просто слишком большой выбор, и нет, нету футболок. Вот, кофты, видите, пошли, да? Ну-ка, давайте проверим ценник. Так, тут она 990, а тут она сколько будет стоить? А тут 1839. Видите, какая разница, да? То есть, ну, как бы неплохой такой вариант, почему бы не взять, да, жилетки. Ага, футболки пошли. То есть, в принципе, чем вы дороже вещь берете, с сайтом обязательно сверяете, и все, и можете себе брать. Таким вот образом. То есть босоножки пошли, видите, обувь там все такое прочее. Обуви много, всякий раз. И все, закончилось, да? Угу. Все-таки долистала я до конца. Не хотела у вас время эфира забирать, да? Ну вот вы сейчас увидели, да? То есть купить себе, в принципе, очень недорогую там кофточку, маечку, еще что-то. Это ежекаталожно. Один раз я взяла свекрови пальто за 3000, а в каталоге оно стоило очень дорого. То есть я взяла вообще за копейки. Вот. И она говорит, боже, какой дорогой подарок. Я говорю, ты ошибаешься, это все по акции. Да, возьму ребенку футболку. Вот, размер 146. Так, вот видите, да, одна штучка. И листаю вниз, нажимаю выбрать. То есть вот у золотых VIP-консультантов есть. Тут еще, кстати, много что обновляется, добавляется, много чего добавляется. Дальше поедем. VIP-программа по итогам 11-го периода. Оно долго грузится, к сожалению. Ну, сейчас подождем с вами. Все в живом режиме, все в прямом эфире. Да, по вашей просьбе. Тут я почему-то забыла забрать все.
Представляете? Вообще все забыла забрать. Значит, 70% на один продукт. Можно по уменьшению процента скидки, по уменьшению цены отсортировать. И тут, например, будут духи для женщины пур-тужур, да? То есть тут они у меня 1800 рублей. Да? Это очень интересно. Я могу брать две, потому что у меня одна... получается скидка за VIP 1, а вторая скидка уже за VIP 18, да, кто помнит условия по VIP-у. То есть давайте с вами смотреть, 33.21, значит, тут у нас спортужур, почему-то еще нашлись две юбки, да, 2962 по моему ценнику, да, а тут они у меня 1800, то есть, ну, как бы, как вы видите, разница просто феноменальная. Кстати, картинки тоже грузятся долго, но они потом более-менее прогрузятся. Но я возьму протеиновый коктейль Wellness с шоколадом. Почему? Потому что он у меня закончился, я люблю клубничку, шоколад пить. Вот, иногда очень хочется кушать, где-то там в 7-8 вечера я не ем обычную еду, я пью только коктейль. Если я сильно голодная, там, ну, допустим, по торговому центру пробегала, в кафешках, в забегаловках я там кушать не люблю. Дальше сверим с вами ценник, посмотрим обязательно, да, тут он 1777, его нет в наличии, да, а для VIP-ов он почему-то есть и стоит 1080, поняли, да, сколько я сейчас сэкономила, кто будет мне считать, сколько я экономлю, кому не лень, девочки, общую сумму в конце выдать, если ваша структура команды есть, в принципе, вам это тоже очень даже выгодно все это высчитать, но я ни с кем не договорилась, поэтому нажимаю выбрать. Поэтому, наверное, некому было, да, вот уже две халявы у нас с вами. А, Валентиночка, а почему 11 тысяч? Наверное, 1100. Наверное, 1100. Вот, значит, применили скидка 70%, забрали футболку за 300 рублей. Ну, вообще обалдеть не встать. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько она по-настоящему стоит. Так, контролируем. 319, ну, у меня 300. Ну, в общем, ладно, 19 рублей. А, всего выгода ЛО 200 баллов, 11 тысяч рублей. Это 26% скидки, скорее всего, да? Вот. Дальше. Значит, смотрим новинки VIP-консультантов от VIP-9. Мой самый любимый раздел. О, как быстро загрузился. Значит, что у нас с вами появляется? Дневной фитокрем для лица. Алоэ вера и морожка. Ночной фитокрем. Обожаю новинки. Ламинирующий шампунь. Боже мой, ребята, как раз для меня, для пережженной блондинки. Боже мой, новая паста. Что, они XXL, что ли? Что в них нового, не пойму. Давайте посмотрим. Просто обновили дизайн, что ли? Ничего не понятно. Угу. Так, девочки, кто знает, что с пастами? Да, ну давайте закажем. Скорее всего, обновили дизайн или состав, что-то такое. Так, дальше фигурное туалетное мыло Слоник 3+, обязательно закажу. Так, ультракондиционер для белья 3 в 1, благородная орхидея. Мне кажется, это произошел ребрендинг просто упаковки. Ну ничего, покажем ребрендинг, согласны? Так, дальше, значит, парфюмерная вода, три вида новые, это уже полноценная версия, 50 миллилитров, да, то есть, ну, они такие, видите, недорогие, классные воды, значит, я их беру. Далее у нас с вами жидкая подводка, обязательно сниму вам сводчи, сниму, как она глазки подводит, значит, графитовый, шоколадный, экстра черный. И перламутровый тауп. Интересное название, да? Дальше увлажняющая тональная сыворотка Неосерум. Скорее всего, это ребрендинг произошел. А, вот оно что. Спасибо большое, Валентина Афанасьевна. Ну, да, да. Так, далее, значит, увлажняющая. Ну, давайте обязательно новые оттенки. Раз новые оттенки, надо брать все, обязательно все, потому что у меня люди на Ютубе, мои любимые дорогие подписчики, приучены, что я всегда снимаю все до единого обзоры. Вот, значит, набор женских носков 36-38 возьмем, женских носков 39-41 я брать не буду, у нас нету женщин 39-41, значит, женские носочки в рубчик 36-38, так, 39-41, пропускаю, значит, еще носочки беру. Ну, слушайте, какие няшные цвета. Осенние такие теплые, да, в рубчик.
Ну, мне кажется, обычные носки, ну, классно. Так, дальше 36-38 кремовый, 36-38. У меня, наверное, все не войдет. Придется второй заказ сделать. Компания Faberlic говорит не больше 50. Вот видите, я, скорее всего, придется делать второй заказ. Но второй заказ делаешь, и все пропускают. Так, носки с бамбуком. Представляете, носки с бамбуком. Так, женская футболка прилегающего силуэта. Значит, мне надо, скорее всего, если она прилегающего, XL или 2XL. Если 2XL будет мне велика, у меня их заберет дочка, потому что она обожает оверсайз. Она у меня, он худее меня намного. Но у нас постоянно такой тандем. Ей надо футболки, которые на ней висят. Особенно спортом в них заниматься, она так и ходит. Так, еще пока дает добавлять. Но как только не будут давать добавлять, я все это применю в изменения и потом во втором заказе доделаю. Значит, XL, 2XL. Так, хаки, хаки. Ага, вот видите, все, они дают больше добавлять. Значит, на футболке цвете хаки я остановилась. А на самом деле новинок тут, что-то у меня все исчезло. Ждем, пока развиснет. Что случилось? Ну что, еще по новой добавлять, да? Ну, вот у сайта такое бывает, бывает. Так, VIP-программа. Угу, ничего не выбрано. Понятно? Видите, зависла и скинулась, и не показывается. Угу, появилась. Это не то. А, вот оно, да? Новинки. Я не туда нажала. Ну что ж, пробежимся очень быстро. Буквально 2 минуты. Сейчас быстренько все протыкаем, потому что я VIP-новинки всегда беру все. Это моя фишка на Ютубе. Снимаю все VIP-новинки, и люди уже привыкли, они ждут моих обзоров, потому что даже если я где-то в поездке и так далее, я всегда нахожу способ их заказывать. Поэтому в этот раз придется делать, к сожалению, 2 заказа, потому что все в один не... А, погодите, так, тут надо внимательно быть, потому что все в один не вылазит. Ну, сейчас посмотрим, что еще у нас там с вами. Так, 36-38. Повыбираю быстренько. Да, вот такое бывает. У меня такое, конечно, ни разу не скидывалось. Еще странно прям. Так, XL, 2XL. Вот, но все равно я все беру всегда на обзор. В пятницу буду снимать. Не знаю, когда смонтирую и выложу. Но должна успеть. Да, то есть люди с уровня VIP-9. Ага, вот на хаке остановились. Сейчас мы с вами прокрутим вниз. А, смотрите, тут еще такие перчаточки. Ирригатор появился. Профи-диск, профи-губка, профи-варежка. А я-то ничего не могу взять. Но во втором заказе смогу. Тут, в принципе, то есть, смотрите, совсем чуть-чуть не вошло, да? Да, совсем немножко. Так, нажимаю «Выбрать». Это уже вторым заказом доберу после эфира. Так, значит, это заказали. И сейчас у меня идет еще до драйв. До халявы по драйву не дошли, да? VIP-программа «Итоги периода». Нажимаем. Тут оно будет долго грузиться, потому что, когда еще ничего не выбрано, оно почему-то вот таким образом долго грузится. Так, нашли. Значит, первое, да, как вы видите, у меня будет 2 скидки. От цены каталога по программе VIP. Все мы с вами знаем, где условия VIP вообще посмотреть. Вот мы заходим в подвал сайта, раздел «Партнерство» и заходим в план развития. Ой, акции программы, наверное. Да, и вот тут VIP-программа у нас с вами, да. Почему у меня 2 скидки от 70%? Потому что VIP-1, первая скидка 70%, да, вот мы с вами видим, и VIP-18, вторая скидка 70% от черной цены. Да, то есть вот таким вот образом. И с VIP-9 мы с вами можем заказывать новинки, да, то есть вот написано не более 50 штук, до начала продаж по красным ценам, то есть по красным ценам, то есть по цене каталога следующего периода. Да. И также с VIP-9 можно участвовать в закрытых распродажах 4 раза в год. Ну, а я буду скоро вот рубиновым уже, да, то есть это 150 периодов подряд я делала 100 баллов без перерыва. То есть вот такая вот штука. Будете меня в следующем каталоге поздравлять. Это вам ого-го. Будете меня поздравлять? Да, я к этому долго шла. Сколько лет? Кто посчитает, сколько лет я к этому шла? Дальше, значит, смотрим. Ну, обычно я беру что-то по обязательному уменьшению цены. Всегда применяю. Тут я не жду, когда картинки прогрузятся. Я беру что-то вот, да.
Так, суп по-гороховый, коктейль я уже взяла. У мужа коктейль ванильный взяла. Так, что у нас с вами остается? БАД, антистресс, поддержка сна, биоритмов. Посмотрите, цена. Видите, цена? Просто невероятно круто. Да? Давайте с вами сверим. Да? Тут 1020 рублей, кому не видно, кто с телефона. А тут у нас, значит, сколько? 1851. Ну, поняли, да, намек? Круто, круто. Так, иммуностимулятор я уже покупала. Иммуномодулятор покупала. У нас была Faberlic Drive в прошлом каталоге, распродажа. И вот этот иммуномодулятор, стимулятор и так далее был по-моему, 900 рублей, что ли, да? То есть, ну, тут невелика разница, но все равно. Как бы я его всех по 10 штучек взяла. У папы был день рождения, отвезла и им с мамой по одной штучке тех и других. То есть, по двое БАДов всех забрала, увезла. Вот, и остальные оставила себе домой. Вот когда вы начинаете болеть, или, допустим, часто болеете, да, мой доктор говорит, вот этот вот иммуномодулятор Форте с артикулом 156-79 лучше 2-3 месяца пропить, то есть по 2 штучки в день перед завтраком или перед обедом за 40 минут до еды, то бишь на голодный желудок. Обязательно его пьете на голодный желудок, просто так. У него очень хороший чистый состав, она его хвалит. Вот, но он у меня есть. А вот кардиоподдержки, микрофлора кишечника, гастрокомфорт, про и пребиотики. Давайте пороемся, что тут есть. Репродуктивка есть, комплекс мультивитамины. Ага, дальше парфюмерная вода. Я очень хвалю всегда БАД и Molecula Force, поэтому я буду брать именно их. Так, антиоксидантный комплекс, очищение кишечника. Ну вот, наверное, самый лучший БАД после того, как мы пропиваем вообще контроль сахара. Вот я сейчас пью и эндокринку для женщин. Ее, к сожалению, нет наличия сейчас, эндокринка для женщин. Вот. И антистресс у меня уже есть. То есть все. Вот эти два я выбрала. Но я не нажимаю «Применить изменения». Я иду сюда. То есть тут у меня скидка на 100 каталогов, да, то есть которые я могу взять по 20 рублей всего лишь. Вот. Через меня девчонки кировские некоторые покупают себе вот так вот пачками каталоги, кто продает. В принципе, мне какая разница, да, то есть они сами на ПВ заезжают и забирают. Мне не жалко. Далее, 50% скидка на пробники. Пробников тоже ограниченное количество, только 100 штучек можно взять пробников, да, то есть мы вы тут видите, можно взять абсолютно все, да, кому вот что хочется. Далее, а три бизнес-аксессуара тоже идут с 70% скидкой. И тут я тоже могу что-то выбирать. Вот смотрите, бьюти-кейсы. Очень крутые бьюти-кейсы, я возьму в этот раз их, потому что я их коплю и потом дарю своей любимой команде структуры. Ой, извиняюсь, забыла последнее вам показать. Нажала применить. Так, очень люблю баловать лучших из лучших, поэтому обязательно делаю клевые классные подарки. Так, нужно пока прогрузиться, раз уж я косякнула. Значит, и последнее, это скидка на одежду и белье. 70%. Тут опять надо долго-долго крутить, поэтому я закажу что-нибудь в следующем каталоге. Я не знаю, что выбрать, но тут, смотрите, уже новинки водолазок пошли, да? То есть розовенькие всякие. Видите, товар отличается от предыдущего. Видите? Тут уже абсолютно другой товар. То есть не скучно, не то чтобы там, ой, чего-то мало и так далее. Нет, нормальный товар. Боксеры корректирующие появились, те же самые шорты, что в прошлый раз. То есть все равно товар, он меняется. Очень много футболок мальчиковых, как вы видите, появилось. Шорты для девочки много тоже. Вот, ну, та же самая футболка, которую я Вики взяла. Вот, рубашки появились. Слушайте, какой у меня сейчас размер у мужа? Господи, он так похудел сильно, я даже не знаю, какой у него размер. Надо его мерить, прежде чем ему что-то взять, да. То есть, ну, тут много чего добавилось. Мне вот это вот нравится, да, то, что вот намного можно дешевле что-то приобрести. Вот, но я ничего не буду пока брать, чтобы, ну, знаете. Так, дальше, распродажи. Остатки сладкие до 75%. Это распродажа для всех, не только для VIP-ов. Я думаю, мы с вами помним эту всю распродажу, но быстренько для вас пролистаю, чтобы вы понимали, что тут есть ценные продукты, которые можно приобрести очень сильно мега дешево. Есть те продукты, которые смотришь, вроде бы такая же у них цена, почему они в распродаже стоят, да, то есть, ну, тут тоже надо сверять. То есть вот такая вот шикарная тут распродажа. Я так понимаю, остатки сладкие, это все выводится из ассортимента компании Faberlic. Я так понимаю, раз это остатки сладкие называются, да, то есть распродажа очень длинная, и есть продукты, которые реально очень дешево стоят и дешевле даже, чем когда-то вот они, например, по бонусу за покупку были. А есть те, которые не очень выгодно брать, поэтому всегда сверяйтесь с ценой в каталоге. Вот.
чтобы потом не расстраиваться. Ну, для кого-то 5 рублей разницы тоже уже вот люди расстраиваются, поэтому я и предупреждаю, чтобы смотрели и сверяли. Сверять я вас уже научила, как вы видите, да? Вот, то есть вот такая вот здоровенная распродажа. Вот, кстати, очень достойная салфетка для уборки со скрабирующей сеткой. Я даже не видела, что она в распродаже. Это я, конечно же, возьму. Так, дальше распродажа по срокам годности. Ну, тут я никогда не бываю, потому что у меня своего бывает, что я могу прозевать срок у своего товара. Ну и переходим последнее. Это самое такое вкусное, потому что пробники пакеты мы с вами не пойдем. Это обычные пробники пакеты, чтобы людям не ползать. Да? То есть смотрите. То есть я уже могу взять гидрогелевые патчи One Week Miracle со скидкой 50%. Давайте смотреть. Скидка 50%, значит, 840, 629 рублей, да, то есть не туда смотрю. Значит, на самом деле, сколько они стоят на сайте для тех, кто не VIP? Давайте посмотрим, да, для тех, кто не драйвовец, как мы уже смеемся, да, драйвовцы, кто у нас драйвовцы, на 962 рубля. Так, а сколько я могу взять штук? А, одну только, да, могу взять, но все равно, извините меня, это какая экономия, да, то есть я нажимаю «Выбрать». Так, дальше дополнительная скидка на один продукт каталога 70 рублей. То есть уже третья, да, то есть две у меня по VIP-у и одна у меня по драйву. И вот гидрогелевые патчи я еще за 600 рублей урвала, да. То есть, ну, понимаете, да, то есть сейчас компания на ваших глазах мне вот только на этих акциях, она мне подарила где-то, ну, 3-3,5 тысячи, да, согласны? Ну, примерно так она где-то подарила. Так, дальше, значит, 70%. Смотрим, что у нас есть. Ну, это уже все, это самое последнее. Значит, увлажняющий гель. А, так это вообще полностью опять тот самый список. Вы представляете? Вот это все, что я все могу взять для себя, все, что мне хочется. Скорее всего, и БАДы пойдут. Я, скорее всего, БАДы выберу, если БАДы будут. Давайте-ка с вами проверим. Тут список реально огромный. Просто все есть. И самые дорогие кремы есть. Кстати, вот очень мелькнула достойная маска Dream Therapy. Вот это вот. А, это крем ночной. Вот мне маска Dream Therapy ночная очень нравится. Так, давайте будем смотреть. То есть вот таким образом. Значит, ставим по уменьшению цены. И опять смотрим. Вот они, эти духи Пуртужор, которые мы с вами сверяли. Вот он тот шоколадный коктейль. Вот, а мы с вами посмотрим. Есть, о, ура, есть БАДы. Значит, БАД антистресс, иммуномодулятор, контроль сахара. Гастрокомфорт. Вот очень достойный тоже гастрокомфорт. А, и кишечник, кстати, есть, да? Кишечник я уже брала. Вот я сейчас возьму гастрокомфорт. Очень расстроена тем, что у нас нет поддержки печени, потому что, а, один, да? Два не возьмешь, покрасят. Вот. Но на самом деле, так, все, листаем вниз. Я надеюсь, что появится. Выбрать. Вот, значит, пробники 2. Тут можно взять пакеты. Вот я вам показываю. Конечно же, я этот убираю. Он мне нафиг не нужен, этот пакет. Кстати, пакеты. Мне очень нравятся пакеты Faberlic. Во-первых, потому что они биоразлагаемые, экологически чистые, не наносят вреда окружающей среде. Вот, что-то я не поняла. Куда-то он тут делся. Делись пакеты, да, вот, а вот бумажные такие. Во-вторых, вот знаете, ребят, очень нравятся мне пакеты Faberlic по прочности, да, по прочности. Пусть баллов ноль, вот это видите, баллы, и вот этот ноль, да, пусть баллов ноль. Но я буду покупать эти пакеты, потому что они реально крутые, прочные. Я не знаю, я вот в спортзал пошла уже третий раз, он у меня даже не помялся еще, он у меня как новый. Вот до такой степени шикарные пакеты. Поэтому я всегда их беру побольше, потому что знаю, что я даже выкинуть их не боюсь. Биоразлагаемые, экологически чистые. Я не боюсь их выкинуть, понимаете, да? А майка Пала появилась 44 на 70. Смотрите, не было этой большой майки. Она появилась. Давайте-ка я 5 штучек. Ой, о, вы посмотрите, что я сделала. Давайте-ка я 5 штучек добавлю. Пришло бы мне 35 пакетов. Ну, посмотреть просто, да, как оно вообще выглядит в обзоре снять. Я даже не видела, что пакеты новые появились. Ну, вот, в принципе, и все. Нажимаю «Применить изменения» обязательно. Иначе все скинется. У меня 124 балла. Да, то есть обожаю компанию Faberlic. И, как вы видите, вот оно. Но я еще буду делать второй заказ. То есть у меня получилось 422 балла 25 сотых.
на сумму 46 тысяч рублей. Если бы я не была VIP, да, то есть, ну, сюда сколько еще можно прибавить? Как вы думаете, примерно, сколько сюда можно было бы прибавить, например, рублей? Ну, я вижу, что Беларусь еще на вебинаре, ну, вот девчонкам с России, я думаю, ну, примерно, да. То есть заказ был бы где-то 51, где-то, да, то есть 53 тысячи по моему ценнику, да. То есть, ну, вот сейчас, видите, компания какую классную скидку сделала, и плюс еще внутри очень-очень много всяких акций. И пока я все это делаю, я получаю действительно много. Плюс все, что мы с вами увидели, да, то есть мы с вами видим скидку от цены каталога шикарную, мы с вами видим вот эти все привилегии для VIP-ов, да, там 3 скидки 70% и так далее, да, Faberlic Drive, участие, возможность участвовать в розыгрыше, да, и еще плюс-плюс-плюс ко всему к этому, да, ко всему вообще, ко всей этой экономии, мы еще с вами не забываем MLM-расчет. Я директор, я на 23%, да, я директор в статусе партнер подтвержденным. Я получаю, как и все директора проекта Faberlic Online, по 23% объемной скидки за покупателей своей первой линии. Например, если бы у меня было 60 человек, которые сделают подо мной по 50 баллов, у меня бы доход был 41 400 рублей. То есть чем больше под вами людей и тем, чем больше они покупают, тем больше у вас доход. Да? То есть а доход мы уже с вами оформляем самозанятого или ИП, и вам все это перечисляют на расчетный счет в банке, а вы уже все это на карточку переводите. Значит, считаем 422 балла. Конечно, их будет больше, но компания вот не дает больше 50. Мы умножаем 60 рублей, это балл на выплату по нашему маркетинг-плану, и умножаем на 0,23. Да, то есть это 23% объемной скидки. Мы с вами еще получаем обратно за мой заказ, просто потому что я директор. Вы представляете, 5823 рубля. Это первое, что я вам хотела показать, да. Слушайте, ребят, меня слышно? Напишите мне, пожалуйста, где-нибудь в чате, слышно ли меня? Да, слышно. Да, то есть это первый вариант, да. То есть не первое, это все туда плюсуется. То есть 5800 плюс те 3,5-4, да, к сожалению, я не открыла сразу калькулятор, не начну уже считать, с середины считать не стала, да. Вот, это уже получается, ну, где-то примерно плюс 3000, да, вот это вот выгода, да, плюс примерно скидка от цены каталога. Все, кто делает вообще 50 баллов, от 50 баллов, на следующий каталог у вас скидка не 20 уже, а 26%, да, получается. И поэтому тут можно уже вот это вот как бы тоже сосчитать. Значит, 58 тысяч минус 46 тысяч, у нас с вами получается, ну, почти 12 тысяч, да, то есть, ну, тоже как бы неплохо, согласны со мной, да, то есть прибавляем. Дальше получается, что у нас еще? VIP-3, да, то есть у нас VIP-3. То есть давайте еще раз откроем калькулятор. Еще один откроем, да, и получается, как мы считаем VIP-3, да, 422-25, мы считаем 100 баллов, да, то есть у нас получается 322-25. Умножаем на 60 и умножаем на 0,1. У нас с вами получается еще 1933 за то, что это акция VIP-3. То есть компания Faberlic им всем выплачивает, кто делает от 150 и выше баллов, акция VIP-3. Значит, еще тут плюсом 1933. И вот теперь скажите, глядя вот на такую выгоду, да, захочется ли пойти в магазин? Захочется ли отдавать на 22 тысячи больше? Конечно же, нет, конечно же, не захочется, поэтому экономьте свой бюджет, а я продолжаю оформление заказа. И когда 8 лет назад, да, то есть будучи на 0%, я поняла, что как же тут круто, я это уже, ну, как бы больше не... Ну, вот если есть это в Faberlic, да, то есть я уже в магазин ни за что не пойду. Если я иду в магазин, то я сначала смотрю. Вот мне муж говорит: Аня, мне нужны белые носки. Я ему говорю: подожди, я сейчас в Faberlic посмотрю, и если их нет, после этого ты пойдешь и купишь в магазине. Потому что у меня скидка 26%, у меня VIP-3, и у меня еще 23% ОС. Зачем я пойду в магазин переплачивать, когда я могу сделать товарооборот у себя? То есть я, в принципе, очень расчетливая. Как, в принципе, ага, еще автозаказ, да, ну, тут ничего страшного, да, как, в принципе, и все люди, которые умеют считать свои деньги, мы же их сами заработали, значит, смотрите, значит, вот это все у меня ушло в автозаказ. Ну, все, я надеюсь, что я была вам полезна, я очень на это надеюсь, вот, жду от вас комментариев обязательно, потому что будем смотреть. Ну, все, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Вот и весь мой заказ.